появлении бродячих собак виноваты прежде всего недобросовестные хозяева. К такому выводу пришли власти Усть-Майского района в ходе рейдов по отлову безнадзорных животных. В муниципальном образовании объявлен специальный двухмесячник. Рассказывает Елена Моисеева. По распоряжению, подписанному главой района Юрием Боярским, о проведении двухмесячного по регулированию численности безнадзорных животных в поселке Усьмая на протяжении 2 месяцев проходит мероприятие по отлову бродячих собак. Проводятся ежедневные рейды, особенно по отдаленным местностям поселка. Наши граждане неоднократно предупреждались о том, что данные рейды проводятся систематически. Почему у нас такая проблема образовалась в поселке Усьмая? Из-за того, что некоторые все-таки жители недобросовестно относятся к своим обязанностям по содержанию собак. Если у нас хозяин объявляется, у нас предусмотрена административная ответственность, налагаются штрафы на данных хозяев по ненадлежащему обеспечению содержания собаки. Бродячие собаки начинают собираться в стаи и возникает большая опасность для жителей поселка. Злобные собаки представляют угрозу не только для детей, но и для взрослых. МУП ЖКХ работает совместно с администрацией поселка. В дневное время суток ездят на машине, усыпляют собак из дротика со снотворным лекарством, затем отвозят и содержат в пункте передержки, где в течение 10 суток их проверяют ветеринарные службы. Здесь будут еще вольеры дополнительные строиться. Здесь у нас содержание идет без надзорных животных. Это проводится отлов. Время проведения отлова – это вечернее время и утром. Если собака беспокойный, слюночтение, если бешенство, то мы делаем прививку. А потом в дальнейшем, если не выявляется хозяина, делаем эвтаназию. У каждой собаки должен быть конкретный хозяин, который отвечает и за жестокое отношение к ней, и за беспокойство, причиняемое собакой окружающим людям. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский улус.